Знаменитости регулярно подогревают слухи о своем романе. На днях в сети выложили видео, на котором заснят тот момент, когда Тина и Дан идут за кулисами и держатся за руки, как возлюбленные. Как сообщает Плиткар со ссылкой на сайт 24 канала, видео было заснято в перерыве между съемками нокаутов «Голоса», которые будут выходить в эфир до 12 апреля. В ролике показали, как король принимает участие в фотосессии и общается со своим пиар-менеджером и коллегами. Однако внимание всех привлекла особенная нежность между украинской певицей и Даном Баланом. Они за кулисами, несмотря на всех, шли взявшись за руки. Это вновь возобновило слухи о романтических отношениях между артистами. Стоит отметить, что за Тиной Король и Даном Баланом наблюдает вся страна еще с 2019 года. Особенную симпатию между тренерами проекта «Голос» поклонники разглядели уже давно. Харизматичный молдаванин не таит, что имеет чувство к украинке и зовет ее «белой королевой». В то же время Дан Балан называет себя «черным королем» или «дракулой». За парочкой с интересом наблюдают миллионы украинцев. При этом Тина Король не прекращает опровергать слухи о их романе. Певица заявляет, что в ее сердце есть место пока лишь только для одного мужчины, ее сына Вениамина.